Привет, всем дорогие друзья, с вами Данил. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Swipe at Arena. И сейчас мы будем смотреть, что там награды, там все дела, тут ничего нету. Итак, давайте это сначала будем это установить. Так, все готово. Так, что мне нужно улучшить? Так. Давайте вот это попробуем. Давайте с первого горный плод паст. Поехали, что в этом карте сейчас будет. Так, все, я опять тут появился. Вот тут уже враг появился. Сейчас! Как так быстро? Как так быстро? На тебе, пошел ты, на тебе. Иди нафиг. Так, еще один. Вы что, совсем охренели, что ли? Ес! Вы что, серьезно, что ли? Так меня сразу убить, да? Ес! Конец. Нафига сколько... Нафига, чили мой хп. Офигеть. Отлично. Иди нах. Уже синий лидирует. Я уже на первом месте, я уже красненький, уже синий лидирует. Ах ты скотобаза, иди сюда, я тебе сейчас тебя уничтожу. Да твою мать, да что ж такое-то? Пятая смерть уже есть. На втором месте уже, то что я это видел уже. Бумс, иди отсюда, я тебе сказал. Я уже опять проиграл, я уже на втором месте, уже синий победил. Как мне это уже бесит. Надо посмотреть, что уже в результатах. Так. Так, мало что ли? О, спасибо, девушка. Давайте старая тамошня. Так, поехали. Боевая готовность. И что у нас сейчас будет в этой карте? Ага, вот ты где-то нашелся. Я сразу его убил. Еще один. Где еще один? Сразу аптечку, мне нужно сразу аптечку. Так, где-то враг, который мне уже... Так, давайте эту фигню. Ах ты, скотобаза, я тебе сейчас стрельну. Все, акстись. Да. О, наконец-то я уже синенький, я уже на первом месте. Одна смерть уже есть. Давай, может, так. Так, давайте сначала денежки. Вот здесь он стоит. Того, работы сердца. Отлично. Так у меня уже работает. А, это я пишу адреналин. Я вообще не писала, но само написалось. Адреналин. Что такое? Да дайте мне поработать. У меня уже идет работа сердца. Да твою мать, где он? Вот он на кустике спрятался. Да ё-моё. Твою мать, не успел. Но я же все-таки на первом месте. Вторая смерть уже есть. Я скоро буду возрождаться. Все, я возвратился. Давайте вот это сейчас поймаем. Денежки. Сейчас нафигачу тебя. Давайте бриллиантик. Да ё-моё, где он? Пошел ты. Где еще один? Я всех увижу, я всех тут уничтожу. О, из моего кто-то убил. Я понял. Вот он. Иди сюда.
Я тебя сейчас уничтожу. Третья смерть уже есть. Я же на первом месте. Красные уже лохи. Я же на первом месте. Так, не нужно со... Твою мать, кто-то поймал. Так, вот он опять на кустике сплезался. Какие-то сообщения. О, касатель фрага. Кто-то уже поймал. Так, на кустике его нету. Вот он нашелся, ты скотина. Как он так стрельнул? Если он еще не встал. Давайте в голову. Хедшот. Так, где он меня убивает? Вот он нашелся опять. Так, сразу. Сразу он умер. То есть погиб. На тебе. На тебе! Ну, я все-таки выиграл. Я же сказал, выиграю. То и выиграю. А-а-а. Красные вообще лузеры. Посмотрим, сколько у меня уже результатов будет. Так. Посмотрим. Мститель! О, ё-моё! До мстителя я дошёл! Как же мне это радует! Ребята, вы просто посмотрите, у меня уже блицкриг, лучший мститель! Вот это да! Наконец-то мститель! Мститель только я! Так, покраска. Так, покраска не надо. Так, что у вас в обслуживаниях? Так, плюс 5 будет 20 уронов. Плюс 15? Будет 30 у меня. Пока что у меня нету денежек. О, вот это доступно какая-то. Так. Прошу прощения. Ладно. Давайте полустанок. Все, вы все погибнете, враги. Отлично. Ауч. О, нифига, сколько хп у меня. Поранили. И опять красный. Да что за хрень, да что за фигня такая? Одна смерть уже есть. Плевать, мы опять это не пройдем. Так, не нужно сразу аптечку, мне нужно сразу восстановиться. Так, где он меня убивает? Так сразу! Да ё-моё, да что ж такое? Так, вот, задание какое-то... Да какого фига-то? Третья смерть уже есть. Так чё меня убивает? Бог Тихоня. Я тебе сейчас дам, кто не спрятался, я не виноват. Да что ж такое? Спайпер 6114. Ах ты, скотобаза. Вот ты где, иди сюда. Бог Тихоня. Ха-ха-ха-ха-ха. И где мы? Да что ж такое? А если вот это? Хе-хе-хе-хе-хе. Я буду сразу восстановиться. Так где эта тварь находится? Я сейчас его
Убью. Так, где он меня стреляет? ХП, 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 ХП. Опять эти твари победили. Я уже на втором месте. И мне тоже опять бесит. Так. Вот я не включу. Так. О, лянтики. Так, что в достижениях? Сейчас мы это посмотрим. Да получи, давай! О, спасибо, девушка. Стамина, это что за стамина? Я младший стрелок. Три. Так, у меня такой вот шлемик. Эта кепка не защищает от пулеметов. Так, о, краска опять исчезла. Опять эта краска исчезла. Просто. Просто она исчезла. Как я тратить этих бриллиантиков не буду, но нафиг, потому что они нужны для улучшения. Заброшенное поселение. Военная база. Давайте в горную плотку пост. И потом это заброшенная карта. Все. Попался. Хедшот. Ха-ха-ха-ха. Дабл килл. Но мне уже стрель. Да твою мать, почему я все время буду красным-то, а? Какие-то скотобаса. Вот, скотобаса. Иди отсюда. Опять уже красный. Уже младший стрелок 3. Ах ты скотобаса, ну иди сюда, я тебе сейчас все нафигачу тебя. Хедшот. Ах ты, иди сюда, я тебе сейчас, я на тебя сейчас стрельну. Хедшот тебе. Понял? Понял? Что время заканчивается. Ха-ха-ха! Так тебе и надо. Так, вот ты где скотоба... Да твою мать! Мы опять это не прошли. Что ж это такое? Ладно, давайте мы, короче, в новой карте мы будем это уничтожать всех врагов. Тихо. А, это был стрелок. Шейная. Так, что мне нужно купить? Что мне нужно купить? Что мне нужно купить? Что мне нужно купить, мое твое? Ну, давайте это возьмем сейчас. Так, загрузка. Давай! Давай! Загружайся, мне нужно! Давай! Давай, загружайся. Давай, я тебя уже жду. Покажи мне оружие. О, вот это оружие. У него до максималки. Смотрите, друзья. Этот автомат до максималки. Нифига себе. Нифига себе. А, мне показалось просто. А я подумал, что до максималки. Ну, что ж. Давайте у него, ну, в этот, будем все прокачать у него все. Так, все дела.
Так, прицел давайте. Ну, давайте его. Давайте попробуем. Поехали. Новый автомат. Новый автомат. Ой. Что происходит? Что происходит? Как всегда, эта фиговина влетает. Во-во-во-во-во. А у меня будет слабое увеличение. Во-во-во, сейчас немножко не залагалось. А, у меня уже слабое увеличение. Где-то еще что-то у меня немножко залагалось. О! Так, заряжаем патрончики. Так, вот он уже появился уже. Так, где он? Unstoppable. Он опять меня уже. Опять меня уже начинает стрелять. Хорошо, что я уже на первом месте. Я уже лидирую, я опять уже красненький. Одна смесь. Уже синий. И уже опять красный. Ха-ха. Иди сюда. Я не понимаю, почему так сразу меня убивают. Чё я им для меня нужен? Ах ты, скотобаса, иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Что там? Их же трое. Заезжай, давай. Опять синий победил. А что ж, я ж на первом месте. И синий уже победил. Что ж это такое? Искрикс. Стрелок. Улучшение. Это так, камуфляж. Чего себе? О, какие покраски! О, ничего себе, сколько урона будет! Офигеть, просто будет. Так, какой автоматчик купить? Какой автомат купить? То есть покраску. Так что мне выбрать? Хорошо. Ну, давайте попробуем. У меня уже мало денег. Так, давайте старая таможня. Все. Вы все заплатите. Я его сразу убил. У меня... Сегодня новое оружие. Так, давайте вот это. Yes. Хе-хе-хе-хе. Наконец-то стоял уже на первом месте, как всегда. Я уже на первом месте. Вот он опять спрятался в этих шинах. Что, он исчез, что ли? Ага, он еще бывает невидимкой, а? Или он телепортируется? Вы знаете, ребята, напишите в комментариях. Уже красный лидирует! Да что ж такое? Все,
почему все сразу на меня третья помощь? Где этот скотопас? Ой, ничего, ты твою мать. Мы опять это не пройдем. Один выстрел, один труп. Вот солдат. Так, давайте вот эти. Так, бумц. 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 Убит. Так, давайте сразу. Куда я стрельну? Давай, мужик. Хедшот. Бумц. Бумц. Максим 999. Так, давайте мы это поймаем. Работу сердца. Работу сердца. Так, а ты что с ускорёлкой? Бумц. Глядантик, глядантик. Иди сюда. На тебе. Бит. Наверное. Да что ж такое? Да почему? Все равно они уже побеждают. Адреналин. Я тебе сейчас дам адреналин. Адреналин. О, погибни. О, он восстанавливает еще КП. Эй, читер. Читер. Забанил, читер, он забанил. Он еще восстанавливает себя КП. А-а-а, я уже на втором месте. А-а-а, бесит. Как они могут сразу это побеждать? Я не понимаю. Блицкникс. Спасибо, девушка. Спасибо. Спасибо. Так, давайте в улучшениях. Что у нас сейчас? Ну, давайте еще. Прицел. Давайте полустанок. Боевая готовность начинается. И поехали. И иди сюда. Он открыл дверь. А мне показалось. А, аптечка. Бумс. Так где он меня убивает? Вот он за домиком спрятался в окне. Да пуке, ха-ха-ха. Ах ты скотоплас, иди сюда, вот ты где, еще один. Хедшот. Не, я буду стрелять через хедшот. Вот он. Задание на ёлкой. Вот он за дерево спрятался. За ёлкой там была какая-то зеленая. Это значит, что пропущенное задание я получу награды какие-то. Иди сюда ты. Вот еще один сдох. Кто-то убил из моих помощников. Но это мне уже нравится. Так, бомц. Так, мой ХП восстановилось. Может с мостом? То, что я стрелял в предыдущем ролике. Может, за церкви? В предыдущем ролике. Так где он стреляет? Где это скотобаза? Где это скотобаза, я сказал.
Да ё-моё, где он меня убивает? Где он меня убивает? Сейчас я его сейчас на всей карте его найду. Где-то он здесь тут? Его здесь нет. Да ёлки-шпалки, где он? Где он находится? Твой лёныш. Да где он? Где ты найдёныш? А, где он стрельнул? Где этот найдёныш? Где эта скотобаза? О! Наконец-то, что я уже на первом месте. Как мне уже это радует, если я уже на первом месте. Значит, стрелок уже побеждает. А, там ускорелка. Ускорелка. Так где стреля... Так почему сразу меня убивают? Ничего совсем, что ли? Вообще они... Ладно, ребята, надеюсь, мы это сегодня закончим, потому что у меня... Уже маленькое время, уже мне нужно их найти и убить их. Так где это скотопас? Это где находится? Так где находится? Так где находится? Во! Ха-ха-ха! Ты думаешь, что мы тебя найдем? То мы тебя найдем, лузер. Где он здесь тут спрятался? Вот он, за елкой. Наконец-то, что я уже победился. Наконец-то, что я уже победил уже. Наконец-то уже. Ладно, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось то, что я... то, что я купил оружие. И... Напишите в комментариях, хотите купить свое новое оружие или нет, как я. На этом все. С вами был Данил Данилов. Всем пока, ребята, и удачи!